Сварщик, монтажник, огнеупорщик – профессии остро востребованы в современной России, но, к сожалению, рабочие специальности у молодых людей не в моде, считает организатор выставочного проекта. Им стала одна из крупных российских строительных компаний. К сотрудничеству привлекли известного череповецкого художника Евгения Калачева. Над коллекцией индустриальных картин член Союза художников России работал 3 года. В качестве локаций – крупнейшие стройки страны – химической, металлургической и нефтегазовой отрасли. Некоторые объекты, конечно, поражают своим масштабом, потому что действительно это очень высокие конструкции, то есть на очень большом количестве метров от земли, то есть и, соответственно, высокие панорамы, то есть большое количество техники, довольно-таки мощные, то есть и все это действительно, то есть для меня это такой некий какой-то космический такой, что ли, объект, когда присутствую на некоторых объектах, для меня это, конечно, какое-то попадение в другое измерение. Если взять кинематограф, то тема труда – ушедшая эпоха, отмечает художник, однако для Череповца трудовые сюжеты по-прежнему актуальны. К этой теме Евгений Калачев обращается не в первый раз, но в таком объеме работал впервые. Здесь представлена графическая серия в технике бумага-карандаш, смешанная техника сангино-пастель-акварель и серия в технике холст-масло. Основной акцент – люди труда. Самые востребованные – это те, которые больше всего нужны на площадке. Это монтажники, сварщики. И вот, в частности, если Череповец, то это огнеупорщики. Это настолько сейчас уникальная специальность, и их по пальцам можно пересчитать. И когда мы начинаем новую кладку новой коксовой батареи, мы собираем их со всей территории России и СНГ. Выставка «Индустриальный пейзаж России и люди труда без возрастных ограничений» в Череповце во Дворце культуры «Строитель» пробудет неделю. До этого проект побывал в Ярославле, далее Ижевск, Барнаул и Дальний Восток. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости.